Сохранение давайте мне уже. Хорошо сработано. Ну, разброс, конечно, пипец. Отличный выстрел. Стоят у стеночки, как ни в чем не бывало. Кого-то перед их глазами никого не застрелили только что. Из-за моих исследований я не на обороны. Дверь! Занял позицию у двери. Если они пришли со мной, то не придут из-за Уильямсон. На позиции. Осколочной! Да не осколочной! Я не знаю столько же, сколько я, а может быть и больше. Ладно, пускай будет осколочная. Дай знать ФБР, они разберутся. Перегруппироваться! Сделаю. Самое интересное, что вы бы могли помочь, как бы, ребят, навстречу пойти. Да у вас экипировка лучше, чем у нас всех взятых вместе. На одном человеке, блин. Ну, нормально, я здесь жду чего-то. Обнаружены гражданские. Боже, киллер. Агент Линч. Да, господи. Мы тренировались с Дельтой. Я думал, вы все еще под Боустрингом. Я уже не в Дельте. Поддонки меня повысили. Кстати, вот ваш доктор Смайл. Черт. Ну, поздравляю с повышением. Пересечемся позже. Стойте, док. Фургон уже едет. На доктора Смайт он не тянет, максимум на Толяна. Извините, док. Они уже схватили его. О, боже. Не волнуйтесь, мы его вытащим. Джо, мы готовы к эвакуации. Подлетаем. Сами подлетайте, без меня. Меня обязательно ждать вертолет. Вы сейчас на машину сядете, господа. Или мне на голову. А слабо вниз винтом сесть, а? Бега! Спецназ может, все ясно. Правильно. На позиции. Давай, садись в вертолет, блин. Погнали отсюда. Я все деньги просрал. Мы еще не закончили. В данный момент мы делаем большое одолжение Минобороны. Жители Лас-Вегаса. Город контролируем мы, а не полиция. Атака на Калипсо была демонстрацией наших намерений и решимости. Если вы хотите, чтобы... Неудачная демонстрация. Выжил, я требую, чтобы полиция и военные не мешали нам. И если вы думаете, что военные остановят нас, подумайте еще раз. Мы владеем нейтронной бомбой. Если ваши военные... Да это сломанный советский пылесос. Какая это нахер военная нейтронная бомба? Ну, среднестатистический любитель Макдака. Улица Фремон, Лас-Вегас, 3 июля 010. А ну-ка, издайте посмотреть, что там. Не, аук нафиг, аук. Хотя... Так, а что у нас с гладкоствольными? Есть что-нибудь такое вот прям вот на дальности, на точность, чтобы прям как винтовка. Но не винтовка, а... Ну, он с караж фигачит. Караж и коллиматор. Команда тоже с коллиматором возьмем. Хороший автомат, 552 команды. Так, а что у нас с пистолетов? Desert Eagle. Давайте Desert Eagle, че? Почему бы и нет? С магазином повышенной емкости. Сиськи! Не сиськи. Си маленькие. Несколько казино атакованы. Полиция вступила в бой с террористами. Боустринг отправил на дело все отделения Дельты. Однако пока они не прибудут, нам разрешено действовать на свое усмотрение. Какова задача? Террористы передают свои требования. И мы должны заставить их прекратить. Сначала вам придется спасти репортершу Триш Грейси. С чего начнем? Террористы, удерживающие Грейси, засели в китайском ресторане. Потом нашей целью станет их передатчик.
Он где-то на улице Фремонт. Где-то? Я не могу точно определить местонахождение передатчика. Вам придется искать его самостоятельно. Говорит капитан, мы приближаемся к точке высадки. Пристегнитесь, приведите кресло в вертикальное положение и замочите всех террористов. Хорошо, ладно, ладно, ладно. Может, горизонтальное сразу приведем? Какая проблема? Проблема на позиции. Жизни и смерти? Да лучше тут постою. Они хотят, чтобы мы отправили... Упс! На позиции! Командир ранен! Командир ранен! Стреляй, мочи! Боевает же такое! Так, ребят, вы у нас бессмертные, насколько я понимаю, да? Что это было? Берёвка! Да ты совсем нервный. Передвигаюсь. Так что давайте, давайте вы. Спускаемся. Лезу вниз. Поиграйте. На позиции. Укрытие. Вспышка. Они обходят нас. Пошел, пошел. Да, Гост, куда ты пошел-то? Что? Тебе я нужен? Да, ты мне нужен. Помоги! Вытащите его! Слушаюсь! Там кто-то с дробашом херачит. Мне не нравится, как это звучит. Повязка должна удержать кровь. Черт, это больно! Да господи! Придется идти на сближение, я не знаю. Командир ранен! Командир ранен! Как вы с этими дробовиками заколебали? Пользуй да веревку. Нервный. Иду. Что? Похоже, я что-то слышал. Да, вертолет. Вниз. Совсем незаметная вниз. Штука. Вниз. Так подлетает, что прям... На позиции. На позиции. Они заплатили. Пошли, пошли. Приедь оборонительную позицию. Да вашу ж мать. Точно. Со мной. Я с тобой. Это все, что ты можешь? Я пугаю, что ты способный. Оба полегли, нормально. Да чтоб вас всех. В предыдущий раз как-то получше получилось. Ладно, другой вход, короче говоря. Что это было? Да ты совсем нервный. Что? Похоже, я... Другого входа нет, да? Замечательно. Ну, будем мочить отсюда. Офигенно замочил, спецназ. Иди голову! Да ты просто бросай! Хорошо сработано. Кто еще? На позиции. Че, всех положили, что ли? Не поверю. Ну, судя по количеству трупов, вполне похоже на то, что всех положили. Кто там стекла ломает? Нам за это за все платить придется. Как обычно. Понятно. Один, что ли? Готовьтесь к входу! Вхожу в дверь. На позиции. Открыть и зачистить! Принято. Да, давайте поскромнее. Просто открыть и зачистить. Ко мне! Скорее бы что-нибудь случилось. Что это было? Да ты совсем нервный. Давайте, нервный. Подыхайте там уже. Я совсем косой. Нормально. Скажите еще, что не было сохранения. По-любому же не было, правильно? Ведь по-любому же не было сохранения. Да ты совсем нервный. Сразу за вами. Господи, меня мочат. Просто жесть, как мочат. На моим коллегам по барабану. Ну, кто еще?
Видимо, никого. Давайте, я не буду стрелять. Никого опасного. Вижу террориста. На позиции. Опять с этими ссанными дробашами. На позиции. За черт. Еще один дробовик. Ну, ну просто божественно восхитительно. Все, давайте штурм. Занял позицию в двери. Давайте как-нибудь поэффектнее. На позиции. Задымить и зачистить, понял? Вижу террориста. Минус один. Господи, сколько их там повылезало-то. И все стреляют по мне. Черт, вы террористы, они просто ненавидят меня. Именно меня. Так, поднял его, не поднял. Принять оборонительную позицию. Я под плотным огнем. Вставай. Я встаю, встаю. Зараза, я нашел, где спрятаться называется. Укрытие! Вы, может, поможете? Какой нафиг скрытный режим? Режим штурма по полной. Террорист нейтрализован. Где там последний-то? Это еще не все, там кто-то еще был. Или все? Черт! Тихо! Вот сейчас только не главное не помереть. Ну и где мои хваленые напарнички? Интересно мне знать. Построиться рядом со мной! С вами. Фух. Куда теперь? Где вообще эта гребаная метка и что нам делать? Я же не читаю задание, я же спецназовец. Нафиг мне это надо. Что-то знакомая комната. Да, видимо, нет. Открываю огонь! Принять оборонительную позицию! Сейчас я никого не вижу. Отличный выстрел, приятель. Блин, сверху-то кровь. Надо его уцеплять. Открываю огонь! Угроза уничтожена. Замочил урода. Следующий. Где он там стреляет? Как спуститься? Надо срочно спускаться. Только один спуск, что ли? Да, в таком узком месте мы сейчас поляжем, если будем спускаться. Я под плотным огнем. Зараза, ни черта не вижу. Вообще ни черта не вижу. Еще одна зарубка.